Письмо Деду Морозу. Какая красивая елочка! Кеша выбирал. Осталось нарядить. Да! Да! Красота! Вечером будет еще лучше, когда я салют запущу. А я приготовлю торт по новогоднему рецепту. А мы сделаем лимонад. Вкуснющий! Я принесу старые музыкальные часы. Встретим Новый год в подбой курантов. А еще надо письма Деду Морозу написать. Конверты я приготовил. Письма Деду Морозу? Точка! Деда Мороза не бывает. Как это? Он живет на севере и в новогоднюю ночь развозит всем подарки. За одну ночь? Это невозможно. Конечно, возможно! Ведь у него есть турбоупряжка летающих оленей. Ну, если передумаете, приходите ко мне. Я ваши письма вместе со своим отправлю. Кученце, не забудь снежинку на конверт наклеить, а то письмо не дойдет. Друзья, нам тоже пора расходиться. Точно, столько дел! Праздник совсем скоро! Деду Морозу. А от кого? Ого! Вот так. Салют будет точно над елкой. Угощения готовы! Обожаю праздничную еду! Вот видишь, Саня, я же говорила, что мы будем не последними. Ух, ну и тяжелые эти часы. Давай помогу. Ну вот, все в сборе. А где же Тучка? Обычно он не опаздывает. Надеюсь, он на нас не обиделся. Слышите, кто-то идет. Тучка, это ты? Здравствуйте, жители прекрасного леса. Ой, это не Тучка. Ну что, узнали меня? Кажется, это настоящий Дед Мороз. Дед Мороз? Но ты же не существуешь. Что ж, значит, и подарки у меня несуществующие. Тогда я пошел. Нет-нет, Дед Мороз, не уходи. Я же тебе письмо написал. Какое письмо? Самое настоящее, новогоднее. Держи, Саня, как ты и просил, горнолыжные очки. Спасибо. Ты же не верил в Деда Мороза. Ну, я подумал, если напишу письмо, а Деда Мороза нет, то я ничего не потеряю. А если не напишу, и он все-таки есть, то останусь без подарка. Ловко придумал. Мог бы и за меня письмо написать. У меня для вас тоже есть подарки. Он что, останется без подарка? Хорошо, что переживаете за друга. Я его уже навестил и поздравил. Ну, с Новым годом! Спасибо! Приглашаем вас встретить Новый год с нами. Спасибо за приглашение, но в новогоднюю ночь мне надо доставить подарки всем-всем-всем на свете. Ченце, ты где пропадал? Тут такое было! К нам приходил самый настоящий Дед Мороз! С подарками! Значит, теперь вы в него верите? Еще как верим! Я обязательно отправлю ему письмо в следующем году. Ага, а я уже завтра утром напишу. Главное, снежинки на конверты не забудьте наклеить. Ой, часы бьют! Новый год! Давайте есть торт! И пить лимонад! С Новым годом!
Новогодний маскарад. А я в Новый год буду принцессой. Тучка, ты уже сделал свой костюм на маскарад? Я буду пиратом. А Кеша, как всегда, придет в своем старом костюме пришельца. А вот и нет, я приду в совершенно новом костюме пришельца. Ну-ну, посмотрим. Вы такого еще не видели? Так, я скоро вернусь. Отвлеки их. Я должен переделать свой старый костюм пришельца. Интересно, а на других планетах тоже есть Новый год? Конечно. Новый год есть везде, даже на других планетах. Что бы такого найти для своего костюма? Нет, нет, это не то. Не то. Во! То, что надо! Сейчас все будет! Кеша, ну где ты ходишь? И где твой новый костюм пришельца? Я скоро! Без меня не начинайте! Тучка, включай елочку! Сделал! И правда! Совсем как пришелец! Давайте веселиться! Это он так пришельца изображает. Всем привет! Ну вот и я! Земляне! О! Настоящий пришелец! Ага! Правда здорово! Земляне! Я прибыл к вам с миром! Ой, как замечательно! Добро пожаловать на нашу планету! Хотите ко мне? Иду на контакт. Кто это? Ой. Это мое. Ой, два Кеши. Кеша может быть только один. И это я. Если ты Кеша, то это кто? Привет, меня зовут Лисичка. А тебя как зовут? А папа гадая ежезет. Do you speak English? А класса испанел? Привет, земляне! Я прилетел с другой планеты. Мой корабль сломался. Не могу его починить. Должен улететь с вашей планеты. Сломался корабль? Починить? Так это без проблем! Сейчас мы тебе поможем! Спасибо, но без ускорителя корабль не полетит. О, да-да. Спасибо, Кеша. А вам обязательно улетать? Да, надо. Праздновать Новый год. Кеша, это тебе. Спасибо, дружище. Ты там это, рули поаккуратней в своем космосе. Садитесь на корабль, я вас прокачу. Опять буду пришельца. И я тоже. Интересно, а как все-таки празднуют Новый год на других планетах?
карнавал. Интересно, зачем лисичка всех собрала? Сейчас узнаем. Вот и она. Друзья, в нашем лесу будет карнавал. И не просто карнавал, а настоящий конкурс. Каждый сделает праздничную фигуру, а мы с моим коллегой Цыпой будем оценивать. Карнавал! Здорово! Здорово! Так что же мы стоим? За работу! Гигантский робот! То, что надо для победы! Как же мы круто придумали! Наш пиратский корабль точно победит! Да, только как мы его с места сдвинем? Все просто! Ветер подует в паруса, и корабль сам поедет! А ветра-то и нет! Об этом я не подумал! Но я знаю, кто нам поможет! Кеша, выручай! Чего вам? У нас пиратский корабль, и там паруса, а ветра нет. Мы не доедем на карнавал. Ветра нет? Ерунда! Так и быть, помогу вам. Спасибо, дружище, ты нас выручил. Не проблема, обращайтесь. Ой, у меня так до карнавала все растает. Нужен Кеша. Кеша! Ну что там у тебя? Помоги! Ну вот! Теперь не растает. Спасибо. А то я уж боялся, что все, не будет мне карнавала. Ну давай, доделывай. Кеша! Киш! Спасибо, что выручил Кеша. А то крылья совсем не шевелились. Какой же это дракон, если он крыльями не машет? Правда? Участники карнавала, пора начинать. Как начинать? Я же ничего не успел! Получает Валя! И Кеша! Я бы не справился без него! Да вы чего, ребят? Да я же просто помог! Приз за сложность получают пиратский корабль Сони и Сани! Мы, конечно, не любим делить награды, но без Кеши мы бы не расправили паруса! Ого! Еще приз! А приз за оригинальность достается ледяному замку Тучки. Если бы не Кеша, от замка осталась бы одна лужица. Ух, спасибо, друзья! Я и не ожидал. Классный у нас карнавал, но кое-чего не хватает. Доделаем вместе скульптуру Кеши. Айда за мной! Пропавший торт.
собирают шишки, ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла. Мазила! Это я, Мазила? Не уйдешь! Ты чего? Вечеринка у лисички. Приглашаются все желающие. В конце вечеринки торт. Кот в костюмах. Круто! Значит, мы идем. Вход только в костюмах. Ты будешь делать костюм? Нет. И я нет. Хотя есть одна идейка. Время для торта! Ой, а где торт? Эй, лисичка, где торт? Я, между прочим, ради него всю ночь костюм делал. Он был, честно-честно. Вау, Цыпа, клевый костюм. Не то, что это лошадь. Стоп, а где лошадь? Странно. Исчезла куда-то. Ага, исчезла вместе с тортом. Так-так-так, я здесь. Лисичка здесь. Цыпа здесь. Значит, воришка. Тучка. Я не верю, этого не может быть. Ты плохо знаешь медведей. Ради сладкого они готовы на все. Кеша, ты же сам медведь. А я тоже готов. Всю ночь костюм делал, чтобы торт поесть. Ворвемся неожиданно. Ха-ха, попался. Это еще что? Да вот, костюм парохода. Почти доделал. Ой, придется заново. Тучка, вечеринка уже закончилась. Правда? Эх, не успел. Хватит заливать! Мы знаем, что ты был на вечеринке. И значит, торт стянула лошадь. Нет, я был дома. Мой костюм лошади куда-то пропал. И мне пришлось сделать другой костюм парохода. Не прикидывайся, где он? Или ты его уже съел? Значит, это не ты был лошадью? Да нет, я повесил свою лошадь вот сюда. А когда хотел надеть, ее уже не было. Ой, смотрите, это же Санина. Сонь, ты не видела мою рогатку? Рогатку? Здрасте! Не это ищете? Это. А мы ищем наш торт. Какой еще торт? О, это же коробка от моего торта. А вот и моя лошадь. А ну, признавайся, где торт? Там. Вы его съели? Не расстраивайся, лисичка. Кажется, я знаю, кто испечет нам новый торт. Вот, угощайтесь. А что, неплохо получился? Да, это все я испекла. Нет, я, ты только мешала мне. Хм, это ты мешал. Нет, ты. Нет, ты. Праздник без конца.
какие же друзья! Уже почти 6. Саня, с днём рождения! Сколько подарков! Специально для вас вишневый пирог! А у меня вот что. Засушенный букет из редких цветов для Сони. Сам собирал. Здорово! И кораблик для Сани. Ого, спасибо! Клеил тоже сам. А я не знал, что придумать, и решил подарить то, что понравилось бы мне самому. Набор юных археологов. Ну а мой подарок не совсем обычный. Я бы даже сказал, фантастический. Что это? Портативная машинка времени. Она может перенести вас ровно на один день в прошлое. Спасибо, конечно. Но зачем нам возвращать вчерашний день? Не знаю. Вдруг захочется. Ну ладно, к столу. Отлично вчера повеселились. Да, жаль, что праздник закончился. Саня, кажется, я знаю, как снова устроить день рождения, не дожидаясь следующего года. Как? Кеша говорил, что эта штуковина отматывает время на день назад. Точно, давай испробуем. Смотри, подарков нет. А на календаре день рождения. Сработало! У нас снова праздник. Подожди, но это значит, что и подарки будут те же самые. Верно. Надо пойти к друзьям и попросить на день рождения что-нибудь другое. Точно! Всех, кроме Кеши. Его машинка нам еще пригодится. Скорее! Друзья будут с минуты на минуту. Саня, с днём рождения! Ну что, повторим? Спасибо. Ребят, а может пойдем в футбол поиграем? Или на речку? Да вы чего? У вас же день рождения! Нужно устроить праздник! Шарики, хлопушки, торт! Опять! Ну что, снова день рождения? Мне это надоело. Да, праздники хороши, когда они бывают редко. Все, теперь день рождения будет только через год. Привет! Вы что, опять на день рождения? Он же вчера прошел. Мы пришли доедать торт, только не говорите, что вы его уже слопали. День рождения Вали. Ой, у меня же сегодня день рождения, а я совсем не приготовился.
Осталось позвать друзей. О, Цыпа, привет! Ты тоже Кеша? Пойдем вместе. Так, это сюда. Ой. Вот, здесь завинтить. Отлично. Кажется, Кеша занят. Ладно, не будем его беспокоить. Пойдем к лисичке. Привет, лисичка. Не слышит. Подождем. Лисичка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Лисичка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Похоже, мы выбрали не лучшее время. Что ж, не будем мешать. Тучка! Тучка! Ты дома? Похоже, что нет. Ладно. Остались Саня и Соня. Пойдем к ним. Саня! Соня! Валя? Совсем не кстати. Привет, Валя! Валя! Чего делаете? Да так, ничего. Значит, вы совсем не заняты? Ну, вообще-то, не совсем. Я просто хотел... Валя, давай попозже. У нас тут важное дело. Ой... Тогда извините. Да ничего. Ну все, пока. Пойдем, Цыпа. Уф. Все заняты. Жаль, конечно. Ну ничего, отпразднуем вдвоем. Цыпа, ты чего? Тебе пора? Может, заглянешь хотя бы на пару минуточек? У меня столько сладостей, даже мармеладные червячки есть, специально для тебя. Ну, пора так пора. Спасибо, что погулял со мной. День рождения не получился. Это мог быть. Все же заняты. С днем рождения! Спасибо. Но я думал, вы же были заняты. Ну, конечно! Твоими подарками! Электрическая землеройка! Ого! Глобус! Фотоаппарат. И, конечно, торт. Вот это подарки. Я такого не мечтал. Спасибо, друзья. Ура! 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 Это лучший день рождения в моей жизни. Пойдемте скорее в дом. Подарок для Кеши. Итак, я на позиции. Перехожу.
перехожу к фазе разведки. Активация. Проверка системы. Ладно, тогда поползли. Так, еще чуть-чуть. Еще немножко. Кеша, ты меня слышишь? Нет. Ага, вот ты где. Кеша, ты все пытаешься узнать, что я тебе подарю на день рождения? Нет, ну ладно, ладно, да. Кеша, это сюрприз. Мне так интересно. Ну скажи, ну что ты мне подаришь? Ну хоть на какую букву начинается? Нет, это сюрприз. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Привет, лисичка. А ты знаешь, что мне подарит Тучка на день рождения? Нет, а что? Да, ничего особенного. Всего лишь что-то такое невероятное, гипер-мега-суперское, что аж прям ух! Ого, правда? Тучечка, ну пожалуйста, пожалуйста, припожалуйста, покажи, что ты подаришь Кеше. Ладно, но пообещай, что это будет секрет. Чтоб мне год не есть конфет, если выдам твой секрет. Ну, пошли. Пароль Антарктида. Ну, готово? Ничего себе! Ну что там? Ну, лисичечка, ну что там, скажи? Ну, лисичечка! Ну, хоть на какую букву начинается? Нет, 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 Кеша! Я пообещала Тучке, что это будет секрет. Секрет? Тоже мне? Да ну ладно. Да ты просто сама не знаешь. Нет, знаю. Нет, не знаешь. А вот и знаю. А вот и нет. А вот и да. Тучка подарит тебе открытку из сушеных ромашек. Открытку? Из сушеных ромашек? Обычная открытка? Не могу поверить. 00:00. С днем рождения, Иннокентий. Кеша! Поздравляем тебя с днем рождения! Я приготовил тебе сюрприз, и сейчас... Тучка, я уже знаю! Открытка из сушеных ромашек! Какая открытка? Нет! Вот! Планер! Я сам его целую неделю клеил! С днем рождения, Кеша! Вау! Планер! Тучка, спасибо огромное! Это то, о чем я мечтал! Яблочный торт! Мой любимый! Спасибо, лисичечка! Это лучший день рождения в моей жизни! День рождения Тучки. Ура! Победа! Ладно, пора расходиться по домам. Да, уже темнеет. Подождите!
У меня небольшое объявление. Приглашаю всех завтра ко мне на день рождения. Я приготовлю северные угощения и развлекательную программу. Будет весело. Здорово! Жду всех к 5 вечера. До встречи. Так, список готов. Теперь надо все проверить. Граммофон на месте. Ягоды для торта мороженое сушатся. Заготовки для бумажных фонариков. Угу, порядок. И обязательно прибраться. Да, дел завтра много. Встать придется еще до рассвета. Спать осталось всего пару часов. Ох, что там у меня по списку? Только не спать. Пусть клей подсохнет и останется только разукрасить. Ого. А пока можно заняться тортом. Так, еще немного. Ого. Пусть варится, пойду достану проигрыватель. Ой, осталось подобрать пластинки. О, краски. Фонарики, наверное, уже высохли. Ой. Кажется, готово. Можно заливать формочку. Надо поставить его в холодное место. С днем рождения! Я не спал. А где бешеная вечеринка? У меня почти все готово. Вот торт. Это торт? Ага. Сейчас включу музыку. Пластинки во дворе, на веревке. А что они там делают? Сушатся. Они же покрашены. А это что? Ой, фонарики. Фуф, это был всего лишь сон. Скорей за уборку. Пойду за граммофоном. Студенцы, именинник, выходи! Как? Уже 5? Никого нет дома. А чей тогда голос? Не знаю, ничей. Выходи уже! Простите, но в этом году мой день рождения отменяется. Почему? Я хотел подготовить все как следует, но так крепко уснул, что ничего не успел. Ерунда! Мы тебе поможем! Правда? Конечно! Жемчужина севера из чистого шоколада. И набор праздничных свечек для торта. Пластинка с голосами птиц. А у нас настольные игры. Вот здорово! Спасибо, друзья. Приглашаю всех за стол. Фото на память. Мишки на льду. Все-таки какой же у нас классный каток! Ну, во что играть будем? Конечно, в хоккей!
Лисичка, ты чего? Мы же в хоккей играем. А мне фигурное катание нравится больше. Фигурное катание какое-то скучное. А хоккей ваш какой-то грубый. Играйте сами без меня. Без тебя нельзя. Надо, чтобы двое на двое. Ну хорошо, давай сначала играем в твое фигурное катание, а потом в наш хоккей. Ну ладно, я согласна. Отлично, ради хоккея мы готовы на все. Даже на фигурное катание. На льду знаменитая Цыпа и Лисичка. А сейчас тройной, четверной, мега сложный тулуп, тулулуп, пуп. Вот так. А теперь оценки судей. Лисичка, а где остальные оценки? У нас тут только 10 баллов. А мне меньше и не надо. И первое место достается мне. Мне теперь можно вручить кубок. Лисичка, это ерунда какая-то. Мы с Тучкой что-нибудь придумаем. Правда? Только я хочу, чтобы свет и музыка, и чтобы платье с блестками. Сейчас все будет. Лисичка, мы тебе целое выступление придумали. Значит так, вот что нам надо. Ну как, Цыпа? Да! Ага! Классно придумал! Кеша, я знаю! Ай! Ну, вроде готово. Прямо сейчас? За кого мне играть, а? Лисичка, мы же это... пирамидку с тобой не отработали. Да, да. И этот, как его? Тройной тулуп у Кеши тоже не очень. А как же хоккей? А давай так, еще немного играем в фигурное катание, а потом это... твой хоккей. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Привет, Тучка! Чего делаешь? Лыжи чищу. Чего? Какие лыжи, тученцы? Еще же тепло! Это ненадолго, зима совсем близко.
И, судя по приметам, она будет холодной. По каким таким приметам? Видите, птицы уже на юг улетают. Значит, скоро похолодает. А еще шишки крупные пошли, и спелой рябины много. Все говорит о том, что зима будет холодной. Глупости эти твои приметы! Самый точный прогноз даст моя метеостанция! Техника не подведет! Сейчас узнаем, какая погода нас ждет в ближайшие дни! Ого! Зима и правда близко! Я же говорил... Совпадение! Не более того! Мальчики, главное, зима на носу! Давайте готовиться! Это точно! Вот зануды! Пошли лучше поиграем, пока еще тепло! Замерз. А я вот только проголодался немного. А я к зиме запасов наготовил. И я. Класс! Тащите все ко мне. Поедим в тепле. У меня обогревательная машина. Как тепло. И как вкусно. Ай, как холодно и голодно. Может, на улице теплее? Ах, там еще хуже. Надо одежду поискать. В этом не согреешься. Да уж, надо поесть. Теплее станет. Будешь? Что-то не хочется. И мне. А у Мишек с Лисичкой сейчас, наверное, тепло. Конечно, они-то к зиме готовились. Может, попросимся к ним? Хотите еще варенья? От варенья я никогда не откажусь. Такая погода хорошая. Ну что, пойдемте снова на улицу. Да, будем снеговиков лепить. Кажется, снеговики сами к нам пришли. Пустите погреться. Пожалуйста. Спасибо вам, друзья. Без вас мы бы пропали. Чтобы хорошо перезимовать, нужно с осени готовиться. Теперь-то вы поняли? Поняли! Обещаем, что к лету мы приготовимся лучше всех! Ну, в этом мы не сомневаемся!